Я вас приветствую всех до единого, всех моих подписчиков и, как там написано, поклонников. Сегодня мне захотелось с вами поговорить о ваших мудрых комментариях на мои ролики. Хочу сразу вас предупредить. Я не брачный сын Микиты Михалкова. Я снимаю хуже его. Это точно. Но я стараюсь, я учусь. Я всю жизнь учусь. Мне еще осталось 41 год учиться. Выучусь. И кто будет меня смотреть в 99 лет, убедится в этом. Understand? Вот, на первый вопрос... Многие комментарии сразу отвечу. С 1997 года, кроме чая, ничего не пью. И, ну, многие говорят, что я это бухой там поддал и так далее. Эх, не видели вы меня бухим, друзья. И раньше в молодости я больше любил, чем сейчас. Сейчас я такой скромный, молчаливый мальчик. Раньше или позже, как сказать правильно, я был интереснее. Вот, начнем с первого комментария. Многие мне говорят, что я бухарик. Я не против, считайте меня бухариком, но я кроме чая, вот, видите, вот в этой кружечке, почти горячий чай, вот я покажу. Ну, я же не в такой степени водку так пью, что даже не покривлюсь, правильно? А я кроме чая ничего не пью. Если хотите, я вам расскажу метод, каким я бросил пить. Случилось это в 1997 году. Сейчас вы видели, я там делаю зажигалочки, пистолеты. А раньше, по мудрости своей, тупой, я решил попробовать пройти путь конструктора-оружейника. И дошел до тюрьмы, сидел в Приморье, в Чигуевке. Классное место мне, оно напомнило зимой Сибирь мою родную. Климат почти один и тот же. Вот. Вот поэтому, вот с тех пор... Я в 2000-м вышел, и ни грамма не пью с тех пор, представляете? Потому что я пока сидел от безделья, проанализировал всю свою жизнь до секунды. Ну, за 3 года-то можно. До 2 года и 8 месяцев. Я им 8 месяцев подарил. Представляете, амнистия была в 2000-м. Вот. Я, значит, проанализировал всю жизнь. И до такой степени внушил себе, что все мои несчастья от этого дела. Вышел и не пью с тех пор. Представляете, уже вот, считайте, это в 97-м году было. Ну, посчитайте, я в математике не силен. Кому интересно, высчитает. Вот, с тех пор и не пью. Так. Но если кому-то нравится думать, что я пью, думайте. Я ни на кого не против. Вот, к примеру, смотрите. В основном у меня подписчики очень доброжелательные. Ой, вообще. Вопросы, во, и комментарии мудрые. Только вот я не пойму одно. Всякие вот, в основном, хреновые комментарии, но я на них тоже не обижаюсь. Я привык ни на кого не обижаться. Привык. Вот у кого фамилия на О кончается, и комментарии тоже на О кончаются. Говняные. Ну, ладно, не будем. Хохлы тоже люди, притом всякие бывают. Ага, ладно. Оскорблять их тоже не стоит. Вот. Тут многие задают мне очень интересные вопросы. Смотрите. Ну, первый на вопрос Тоня Микиденко отвечу.
Она хохлушка. Она сказала, что я тут про пингвинов вспомнил. Знаете, такие птички прикольные. Вот. Она сказала, чтобы я их не обижал. Но я на букву П. Я все, блин, все названия, все слова на букву П перечислил, которые ко мне относятся. Не нашел ни одного, кроме, ну как, голубых, которые называют. Но я их называю на букву П америкососов. Пусть они на меня тоже не обижаются, но они на П все. Они же однополые. Ну ладно, не важно. Вот, значит, она меня назвала на букву П тоже. Но сказала, что я не пингвин. Ну ладно, пусть живет. Вот. Ну, а далее вот про ролик, в котором оморачивается, пишет, вода прямо из-за борта или как очищенная. Ну, на севере вся вода чистая. Представляете, туда еще мало мы добрались, понимаете? Вот кроме островов и территории земли, воду мы практически там не загадили. Вот я за свою жизнь, конце, вот 30 лет морячу, 30 лет в этом году. Вот мне, простите за выражение, так сильно повезло, я целых два рейса сделал на Врангель и на мыс Шмидта. Скучно мне там было. Тут один говорит, в зоне так же. Скажу примерно так же, да. Примерно так. Там в зоне, как и в армии, тоже так же. Понимаете? Жить везде можно. Понимаете? Только надо уметь жить. Хоть... О! Мой компьютер вырубился. Друзья, он у меня больше 5 часов работал. Перегрелся. Ну ладно, я потом... Вопросы, в общем, вы отличные задаете, мне нравится, комментарии прекрасные. Хотел я вам ответить, но ответил на то, что смог. Поэтому я всегда буду рад с вами общаться. Пишите все, что думаете. Я вам клянусь, ни на кого не обижусь. Ну, к примеру, если сильно до Е многоточие те, то я просто заблокирую того, кто меня за многоточие ал, я его бац и заблокирую, и все. Я ему отвечать не буду, потому что меня же один раз заблокировали. Из-за чего? Из-за такого прекрасного, понимаете, за прекрасное Google, YouTube блокирует. Я снял, значит, роликов, ой, фотокарточек женщины в бане, это я вам по секрету говорю, и сделал этот, ну, шоу такое, закачал, значит, представляете, вы не поверите, за неделю 6000 просмотров, мне там вообще такого ни на одном ролике нет. А на этом 6 тысяч за неделю. Я возрадовался. Я такой довольный. Думаю, ну наконец-то я нашел золотую жилу. Бац! Приходит письмо по электронной почте. Я заблокирован на полгода. И вот только в ноябре, 13 ноября меня разблокировали. Представляете? И все за год я заработал 70 с копейками долларов. И то меня эта хохлятская компания АИР, наши добрые друзья, как вы, не отдали, забрали себе. Но мне не жалко, у них экономика упала. Хлеще нашей. Поэтому я эти доллары с удовольствием им подарю яйцебокому Нюху и Порошенке. Потому что хохлам они все равно не достанутся. Ну, я, пожалуй, закончу комментарий. Надеюсь, вы меня простите. Я вот выпью чая за ваше здоровье, за нашу дружбу, друзья. Я всегда буду с вами. Я хоть и не сын Микиты, ну, этого главного шестерки страны, Михалкова.
буду стараться учиться и снимать для вас нормальные ролики. Учиться никогда не поздно, согласны? Вы же в меня верите, и я научусь. А я вас прошу, вы побольше подписывайтесь, потому что ВВПП наш любимый. За 27 лет службы на флоте, ну я в общей срочной службы, да уже, ну да, примерно 27-28 лет служу, вообще не думает давать мне квартиру. Вот это вот я снимаю, представляете, между рейсами. Потому что на железе надоело. Вот так вот. Я деревни строю себе, езжу в Сибирь, свою любимую. Сибирь, кстати, самое красивое место, я вас всех туда приглашаю. Строю там домик, и мне сейчас по плану надо вот до августа следующего года хотя бы примерно 300-500 тысяч. ru.ru заработать. Смотрите, и вот если вы будете подписываться, вот сейчас у меня уже в сутки смотрят 3-4 тысячи человек. Я честно рад. Это благодаря вам, друзья. Я за вас. Я на вас тоже на всех подписываюсь. Представляете, я бы рад и по 2, по 3 раза подписаться. Но невозможно это. Так что я всех приглашаю на свой канал. У меня еще там куча роликов с этого рейса. Я еще, наверное, долго вам их буду закачивать. Представляете? Кое-что найдете интересное. Про Владик. У меня есть еще один канал, я вам ссылку дам, если кто захочет. Там про всяких морских. По-русски. Ну, на особом нашем языке, русском. Про морских мандавошечек. Про всяких, я много наснимал. Про чаек тоже. Но у меня для этого отдельный канал. В общем, кто заинтересуется, мне я даю ссылку на канал, и вы туда заходите. И про всех этих. И пингвинчиков. Тут пингвинчиков хотят, и китов увидеть. Есть там у меня чуть-чуть. Но я не могу на этот канал, понимаете. Он же не по этой теме. У меня другой там. Вот на нем я вам покажу. Только мне не удалось снять яйцерогих быков, которые только на Врангеле живут, больше их нигде нет. Ну все, спасибо за внимание. Я всегда с вами. Я рад вас видеть.